продолжаем прогулку по улице, которая прилегает к портовой части или к морской части. Я не знаю, предыдущее видео закончилось, потому что кончились аккумуляторы. Вот. Насколько оно сохранилось, я не знаю. Надеюсь, что сохранилось все-таки. Вот. Когда заканчивается аккумулятор, самовыключается. Ничего хорошего для этого фотоаппарата. А, это что ли? А, о, купальник. Купальник с катальными мышами, да? А где ты говоришь крепость? Нет, это мечеть. А давай сюда зайдем вот так, просто пройдемся. Нет, не, не, она же другая. Это не крепость, это магазин, стилизованный под какой-то крепрайон какой-то. Вон, крепость слева, по-моему. Одна из. О. Становись сюда. Да. Ну, в общем, да. Так, дай, сфотографирую. Тоже так. Видишь, фонтан, дедушки. А, да. Тут дедушка популярный. Это он тут вроде большей популярностью, чем этот самый, чем Эрдоган пользуется. Ну там говорили, что в южных районах там какой-то другой пользуется большей популярностью. Я так читал. Вот этот или не этот. То в Стамбуле, там в Анкаре, там вроде Эрдоган, а вот в промышленных районах, а вот на юге там. Ну вот похоже на крепость, да, вообще. Ну не знаю, наверное. Ну она должна свисать, его в воду же там свисала, да, или нет? На фотографии в воду свисала крепость или нет? Кто? А, мельнички. А, да, ветрячки тут такие классные. Ну какие ветрячки.